едем по этой же дороге. Просто мы останавливались немножко, попили. Суть вот этого перекрестка. Сюда мы поняли, да, как ехать? Как ехать туда? Нужно занять крайнее правое положение. Поэтому едем, пока едем. Включаешь поворотник направо, заходишь на правую полосу, вырубаешь поворотник, едь, пока зеленый горит. Давай. Все, понял, да, как? То есть обязательно занять крайнее правое положение перед перекрестком нужно, потому что светофор, помнишь, да, секционный, есть поворот налево с данной стороны уже и прямо. Дальше по кольцу мы поедем налево, проезжаем вот этот знак и вот здесь включаем только поворотник, подъезжаем к кольцу, подъезжай, переключай, смотрим, можем? Поехали. Едем вдоль линии разметки также левым краем. Все, кольца мы одинаково все проезжаем. Никакой разницы вообще нету. И теперь меняем поворотник на ту сторону, куда поедем. Да. То есть, ребята, вы главное должны проехать левым поворотником все не свои проезды и выезды. Понятно? Все просто. Но поглядывать в зеркала на кольце надо. Мы тоже проезжали сегодня, только мы ехали вот как сейчас проезжает красная машина, вот как КамАЗ проезжает, вот так же, только мы правильно поворот еще сделали сам. В микрорайоне Старый Альметьевск, если что. Улица Советская. Поехали.
колеса впереди стоящего автомобиля касаются земли. Катим, катим. Ну, здесь остановись. Зашла первая. Готовься трогаться. Плюс 16 сегодня. Разгар лета, август. Плюс 16 градусов. Пекло страшное. Не спеши. Надо взять левую полосу. Прям сейчас. Теперь обратно заходим на свою полосу, смотрим Ларгус, правый поворотник оставляем включенным и подъезжаем. Теперь меняем поворотник, меняй, поворотник меняй, смотри на кольцо. Можем? Можем, давай. Вдоль линии разметки также левым краем. Проезжаем не свои дороги и на свою дорогу поворотник направо. Я молчу, значит, ты едешь прямо, правильно? Все, аккуратно, аккуратно. Вырубай. Угу. Идем дальше. То есть мы обратно вернулись на ту дорогу, откуда, получается, мы стартанули. Сейчас еще до пятачка доедем, чтобы все было по красоте. До 40 едет, там 38 можно Чехова. Направление, если едешь со стороны ГАИ, то есть с кольца Фахриддина в сторону улицы Бегаш, ну, поворот на Майдан, только правым поворотником надо проехать. Не нужно переключать лево-право. Выключай. Надо перестроиться на левую полосу. Только рано. Смотри внимательно в зеркало. Этого тоже пропусти. А, нет. Смотри, да, он зашел сюда. И на перекрестке после пешеходки налево. Налево. Вот здесь поворачиваем налево. Не до этого на перекрестке, а вот именно здесь. Не на светофоре, а именно здесь. Понял? Стоим. Первую. Посмотри, что там знак одностороннего движения сразу. Круть. Поехали. Сильно машину не разгоняем. Выпрямляем. Левый поворотник включаем, на перекрестке налево поедем. Левый. Левый. Крайнее левое положение. Доезжаем до середины перекрестка и поворачиваем на свою полосу и на встречку. Поворот. Хорош. Ждем. Выпрямляй. На встречку не укатись. Разгон вторая. Угу. Вот, ребят, мы снова вернулись на то место, откуда начался наш сегодняшний экзамен. Налево на пятачок заезжай. Только правильно. Все равно правильно заворачивай. Вот такой маршрут номер 6. Все, стоим. Если у меня получится смонтировать его так, что это будет одним целиковым видео, будет класс. Если не получится, то будет частями. Первая, там, вторая и третья. Ну вот на этом пока все, наверное. Дальше еще 4 маршрута таких. Нужно доснимать. Пока-пока. Подписывайся обязательно, ставь лайки. Я тут работаю, чтобы всем получилось сдать.
маршрут трудный.